Всем привет, с вами Киксел, и мы продолжаем эту игру под названием Зуба. И сегодня по квестикам мне надо прыгать, бегать, плавать, в общем, вот такой фигней всякой страдать. Поэтому сегодня поиграем за пельменчиков Фазика. Решил взять ему такой сетап для соло легких боев. Ну, как это в командные бои идти не хочется, проигрывать из этих неадекватов постоянно. Ну, такое себе лучшее в соло боях, короче. Взял отброс копье, взял нитролук. Нитрокопье не беру, взял косточку для отхила, ну мало ли что, да. И взял, конечно, тройные гранатки. За счет тройных гранаток можно будет ближников наказывать, которые будут там быстро бегать, все такое. Ну, посмотрим. Тем более, Брюса можно будет хорошо продамажить. Ну и поехали. Надеюсь, в этот раз получится нормально. Рандомчик, надеюсь, на моей будет стороне сегодня. Ох, рандом. Главное, чтобы меня с трех сторон не пытались убить. Так, ну лук нашел, уже неплохо. Будем сегодня много двигаться. Ну вы поняли, да? Неадекваты. Ну вот, я промолчу по поводу Джейд с кофем. Понимаете, Джейд с кофем. Там еще, наверное, и ботинок есть, скорее всего. Вот, за, вот, понимаете, вот я про эту душнину говорю. Ну конечно, ну почему нет? Почему не три сразу? Ну почему? Вот, ну вы верите, что происходит? Меня бот убил. Вот понимаете, две Джейд, Никс, какого фига тут на этом маленьком участке карты вот это все произошло? Какого фига, блин? Ой, у меня слов нету. Первый бой я уже сгорел. А это надо уметь. Это просто везение. Просто максимальное везение, блин. Неадекватная Джейд с кофе. А че нет? А че? Вот просто... Ладно, нормально. Бывает. Фух, первый бой это как всегда. У меня, блин, наверное, 100% первых боев... Вот такая вот фигня происходит. Ни одного первого боя не было нормального. Может, я от рандома отвыкаю? О, смотрите, с кофе, а? Смотрите, просто, ну, человек кофе. Ну вот как это называется? Ну вот, вы... Подбор, как у Никса, что за бред? У него даже кофе не было в этот момент. Вот как это работает? Как? Игра, объясни мне. Как ты работаешь? Нет, он мне не сможет объяснить, наверное, это полностью бред. Ну, вы посмотрите на этого неадекват. Это просто капец какой-то. Конечно, второй хамелеон, а чё нет? А чё нет, да. Третий хамелеон. А чё нет? Вот что это такое вообще? Что за бред? Какого фига три хамелеона? Как? Ой. У меня нет слов. У меня реально нет слов. Это уже не смешно. Как это называется? Ой. Вот был бы баланс у нас в игре идеальный, если бы по одному персонажу каждая, ну, Джейд была там, оказалась здесь. Джейд, кстати, неадекватная, если что. Очень неадекватная. Капец, ну Джейд. Посмотрите на этого гения. Посмотрите. У меня слов нету. Конечно, еще одна Джейд, а кто же еще может здесь быть? Какой в бота? Ну почему в бота надо стрелять? Ну, рандом. Ой, неадекватный на Джейд. Вот. Не знаю, убил, не убил. В принципе, не важно. Ну это просто капец какой-то. Вот реально капец. Такая душнина, эти хамелеоны. Мы сделали бы нормальный баланс по уровню. Добавили баланс по этим. По персонажам, да? Ну, типа. У нас же есть там в игре разная куча персонажей, да? Почему бы нельзя сделать в бою, чтобы был только один. Ну, по одному персонажу каждого этого самого. Ой, ну за что? Ну вот что ты тут делаешь, хамелеонская морда? Ну вот просто с двух сторон душат опять. Смотрите на этого неадеквата, а? На тебе.
Ну, где хамелеон? Домой. Везучий, а не попал в него. Аптечку возьмем, ой, лук возьмем тоже. Благо, я могу быстро двигаться на пингвине. Ну вот, вот что с ними не так? Вот что у них в голове? Ну это просто... Ой, у меня слов нету. Так, мне надо квестик выполнять на бег, на... Это самое, ну блин, ради победы тоже хочется как бы это самое постараться, да? Тут всего лишь как-то мало рейтинга дается, как бы, вроде бы около 15, если смогу победить. Хотя уже сейчас плюс 9 дает, кстати, странно. А, я второй уже. То остался я и Бак. Остался я и Бак. Не знаю, где Бак находится. Придется его искать. А, вот он. Давайте тогда не будем торопиться. Мне надо еще квестик на плавание выполнить. Бачок, я торопиться с тобой не буду, ты главное не умирай только, ты, это самое. Ну ты понимаешь, бачок. Да, так, надо поплавать немножко. Влево, вправо, вот так вот красивенько маневрами сделаем. Бачок, ты там не умирай только, пожалуйста. Друг, не умирай, хорошо? Так, на тебе гранатку. Ну что ты умер, слышишь? Вот, вот же бачки пошли, а? Ой, даже пожить не могут. Зато дерзкий на меня лезет, то есть, ну понимай. Я к нему не иду вообще ни разу, зато он на меня лезет, ну. Ой, бывают такие, ладно. Сколько? 13 рейтинга? Ну, я думал, 15. Эх, не везет, не везет конкретно. Если вот душнину переживу как-нибудь, да, в начале, когда на меня сразу по 3 лезут, то, в принципе, победа можно. Победу можно замутить. Но когда с трех сторон по 3, по 4 персонажа тебя давят, ну это вообще перебор. Это легкий бой, слушай. Это даже не сложный, понимаете? Ну, не, даже не стандартный. Какого фига мне столько так давят? Непонятно. Непонятно? Ну ладно. Ну блин, стенка, ну за что? Что я тебе сделал плохого-то? Так, ладно, надо косточка сейчас отстреляться, что я зря брал с собой. Она такая полезная, вы заметили, да? Не, на самом деле она полезна, когда на это есть причина и на это есть момент. Что с тобой не так? Вот куда меня выстрелило в копье, мне непонятно было. Ой, блин. Он вообще нормальный? Вот мне вы мне скажите. Ты адекватный, Никс? Ой, какие ж неадекваты на Никсах, ну это просто невыносимо, ну. Зачем он... Вот... Ладно, просто промолчу. Хиляемся и пойдем на воду, надо квестик выполнять, я не посмотрел, сколько квестика выполнено, это, кстати, минус. Но мне по земле надо как бы проплыть, да, пробежать там 2000 метров. И по воде надо там что-то поделать. О. Ох, у фламинго там был легендарный что-то там. Ну вот, блин. Почему он у меня может в кусте попасть, когда... Ох, как же бесит. Ну ладно, давайте отхиляемся. Не спешить некуда. У меня лук так-то тоже нейтролук, причем золотой. Я думаю, фламинго не увидит меня копьем. У копья меньше радиус на обзор. Ну вы поняли, да? Адекватный акул. Хотя он просто... Ну у меня радиус был большой, ладно. Промолчу. Я его раньше заметил. Так, ну что, постоим на аптечке. Я даже, наверное, здесь капкан поставлю. Погнали фламинго ловить. У него легендарное копье все-таки было. Негоже это легендарное копье давать какому-то фламинго. Фламингу. Так. Так. Чё, куда я стрелю? Вот, вот моя меткость меня немножко поражает. Ладно, давайте заберем аптечку на всякий случай. Чтобы Никсу не досталось, а то может прибежать. Так, мы погнали искать фламинго. А представляете, вы Никсы убили? Обидно так-то будет. Или хамелеон, а вон он. О, смотрите, этот неадекват бахает. Ну меня удивило. Меня удивило. То, что у копья дальность у фламинго такая же, как и у лука у пингвина фазе. Причем я еще отъехать успел, если вы заметили, да? Ну, кстати, ошибка, надо было вверх отбежать, может быть, выжил. Хотя. Эта игра настолько баганая, что тут так не выжить. Обидно, обидно. Можно было затащить, но... Ну, это, понимаете, душнина фламинго. Скилловый попался, наверное. Эх, не повезло. Надо было бы тогда додушить, если бы додушил. Или отхилиться надо было.
И пусть бы он там дрался с этим Хамелеошем вдвоем. Вот, наверное, так и надо было поступать. Либо же укол адреналина надо было брать с собой, а не вот это вот, что у тебя есть. Да. Косточка, конечно, хорошо. Косточка, конечно, хорошо. Но не идеально. Чё не вижу, что здесь лежит? А, всё. Так, ну стенку возьмем. Вот мне тогда бы или бочку, или стенку, или... Или... Надо было отхилиться просто. И все. Но как мне фламинго 8 уровень сносит пингвину фазе пол хп? Я не понимаю. А кто здесь был, я так и не понял. Вы посмотрите на этого неадеквата, а? Не все. Вы посмотрите на этот хейт. А я сейчас так-то помру. Из-за этого неадеквата. Ой. Повезло. Чуть не помер. Ну вот видите. Как теперь жестко разваливают бедных пингвинов. Ну, это как-то перебор, когда тебе фламинго наносит с одной тыки пол хп сносит, да? Восьмой уровень причем. А это разве не перебор, ребятки, а? Как думаете? Что это было? Вот я считаю, это перебор, как в прошлом бою, когда мне фламинго с одной тыки сносил пол хп пингвину фазе. Восьмой уровень. Как бы, ну, это очень странно и так не должно быть. Разве говорят, мы сделали, чтобы более высокие уровни не шотали с одной тыки, там, типа, ну, почти пол хп не сносили более низким. Теперь более низкий сносит пол хп более высоким уровнем. Гениально, конечно. Вот как они это забалансили, я не знаю, но... Они, наверное, хпшку не могут до сих пор забалансить персонажа. Урон сделали большой, а хпшку не забалансили. Ух, там мясо. Мясо. Закидываем. Вот же дерзкие акулы, посмотрите на этого акула, а? Давай, прыгни на воду. Я неправильно сделал. Обидно. Он три артефакта надел на 14-го слива. У меня слов нет. Ну вот такой вот рандом, ребятки. Ничего невозможно сделать. Давайте последнюю карту попробуем. Ой, слов нету, просто бесит, конечно, немножко. Это пингвин фазе. Просто надо привыкнуть на нем. Ну так, привыкнуть к 14 орлам. К 14 орлам надо привыкнуть, да. Вот я считаю, что в игре не должно быть больше одного уровня разницы. Ну, не одного уровня, ладно, давайте... Ну, двух максимум. Реально, два уровня максимум, это должен быть баланс в игре. Но 6 уровней, 10 уровней, такая разница, в принципе, да? Разрабы сколько уже в игре лет? И так сойдет. О, лаганый акул, нормально. Тик попадешь. Копья нигде нету. Тоже прекрасно, ботов не вижу. Ой, игра прекрасная. Может быть, когда-нибудь баланс сделают. Может быть, а может и не сделают, да? Ну, можно было, в принципе, сетап получше просто взять, и тогда бы я смог выживать. Ну да, если бы был у меня укол адреналина, я бы смог пару топ-1-личных взять. Скорее всего. Но это не точно. Зато бы не было тогда тройных гранат. Хотя от них не такая большая польза, на самом деле. Которая могла бы быть. Ну, смотрите, пол хп сносит. Офигеть. Просто неадекват какой-то. Зачем ему тройные гранаты? Ой. О, легендарный дробовик. А что нет, да? Да что за бред, вот я не понимаю. Ну куда ты... Ну ладно, проехали. Просто проехали. Орел летит быстрее, чем пингвин плывет. Ну конечно. Все, нафиг эти бои. Орлы меня уже заклевали.
бедного пингвина поубивали орлы. Но квестик я выполнил, он 2000 метров пробежал, проплыл 200 метров. Ой, ну, тяжко. Надо менять что-то на пасеке, чтобы выживать. Но без понятия, что менять. Ну, могу заменить только кассетную бомбу, но на что? На около адреналина, да, в некоторых моментах поможет выжить, но и больше как бы нечего. Какой-нибудь такой артефакт на выживаемость, который бы помог выдержать шот от орла. От ну, короче, от кого угодно шот, чтобы выдержать, нет артефакта, ни одного такого. Почему? Вопрос. Как бы был бы неплохой такой артефакт, который ты там, ну, который бы давал определенный процент щита. Ну, типа вот как инструменты, только постоянно. Ну, типа заряжался бы там и давал вам щит. Было бы норм. Ну, там, в зависимости от КП, как, к примеру. Ну, короче, не знаю. Что-нибудь такое бы было нормально. А то от тебя шот, тут как бы, ну, из этого не получается отыграть. Потому что, ну да, у нас же баланс. Ладно, ребят, на этом закончим. Не буду я больше это осуждать разработчиков. Возможно, они что-то изменят. Да, в кавычках. Все, не болейте, не скучайте. Участвуйте в розыгрыше, не забывайте, конечно. Всем пока-пока.